Приветствую вас на канале Многотехники. Сегодня мы в гостях у Анатолия, местного умельца, который собрал данный трактор. Здравствуйте, Анатолий. Скажите, пожалуйста, что сподвигло вас на создание трактора и сколько времени ушло на это? Жители сельской местности без трактора, это уже кони отошли, значит, нужен трактор. 2-3 года и помощник готовый. Ну, мы в основном этот тракторок делали с сыном. У сына тоже, как говорится, с самого начала обучены на правильное направление и правильно работает голова. Что я не знаю, и он подскажет, а я стараюсь прислуховываться к советам, даже к детским, неважно к каким. Оно в любой голове рождается своя мысль, даже интересная мысль, только ей надо немножко правильно повернуть, и прицепчик делался первым. Это вторым. Рама использована белорусовская четырехосная, сделана на простую. Колеса его же. Крючки ГАЗ-53. Угу. Это на всякий случай. Сапог. Да, вот. О. Когда одеваем сапог и подвязываем борт, это уже точно при выгрузке камней и песка он останется целым. Это очень важно. Угу. Обортовка не докрашена, ничего страшного. Крылья тоже свою роль играют. Номерной знак и все остальное остается чистым. Это вещь тоже нужная. Когда поднятый, очень удобная страховочка. Тоже родилась спонтанно при работе. Фланги простые. Цилиндр ГАЗ-53 в самом этом стоит. Подножка для удобства. Так как борты высокие, наличие катафота обязательно. Здесь белое, там красное, это очень даже обязательно. Хотя имеются и повороты, и стопы, все работает. Если кому интересно, где такую штуку можно, сейчас списывают много комбайнов, даже можно не покупать. Очень удобно вот такие ящики. Сразу же проводку ложишь туда, не попадает дождь, снег, и она не выходит. Как бы уж со строя. Подсоединяется сюда, загораются повороты, стопы, все электрооборудование, да, начинает работать в самом прицепе. Навеска МТЗ-50, МТЗ-80, это сейчас, опять же, проблемы большой нема. Слишком много техники списывается. Сам металл покупать такой же самый, его выбрасывают. Сдают металлосборники, сдают хорошие вещи, которые оттуда же привозятся и, опять же, восстанавливаются. Даже если шлиц испорчены, это нетрудно даже заменить этот же вал. Такой же самый можно найти на любой разборке. В основном, где металлы. Фара, вот, любая вещь, которая сделана своими, можно с кусочку сложена, она гораздо дороже. Потому что сложена своими руками и своими, я говорю, со своих вот таких нюансов. И вот она гораздо дороже для меня, чем новая. Бачок, мелиорация когда-то раньше проводилась у нас в Белоруссии сильно, потом все развалилось. Вот такой же бачок, он масляный, его же входы заварены и используется как топливный бак в этом тракторе, во всяком случае. Дальше крылья, это простой металл, нагревается, выгинается под форму своих же колес. Колеса я использовал газоновские диски, газоновский мост. Колеса широкие, потому что как бы езжу часто в ягоды, в грибы, в основном в клюкву. Клюква, как всегда, находится в болоте, приходится попадать. Иногда попадаешь в такие ситуации, но они спасают, во всяком случае. Из-за ширины и объема вакуума, который он накатанный. Дальше у нас дополнительное сиденье, но оно появилось у меня спонтанно, потому что появилась внучка. А раз появилась внучка, значит, куда-то надо посадить. А раз посадить, значит, нужно ребенка пристегнуть. Ремешок безопасности ВАЗ-21. Жигулей, обыкновенные жигули. Хочешь копейку, хочешь тройку. Все работает, пристегивается внучечка моя. Вот тоже 53-ка рулевое управление. ГАЗ-53. И на будущее подписчикам вашего ютуба советую сразу. Вот, обратите внимание, сломанная масса, стандартная, как бы должна подходить. И это лохотрон настоящий. Почему лохотрон? Буквально 3 раза включаешь, 3-жды, и она выходит со строя. Куплена 4-я. Потом, впоследствии, покупаю 24 вольта, и проблемы пропадают. Обрати внимание, новое это и новое это. Это 4-е.
Советую такие не брать. Брать сразу на 24 вольт. Топливный насос. Белорусовский, переделанный. Две секции заглушено. Под Т-25. Заглушено как? Советую сразу выкидывать плунжера, чтобы не создавали лишнее сопротивление этому самому топливному насосу. Руль Т-25. Капот тоже Т-25. Под капотом гидравлический бачок, насос НШ-10 и обрати внимание на привод. Несколько раз переделывался. С копейки привод на коробке и не надо усложнять, оставлять на шестернях. Шестерни разбивает внутри. Сделано просто, как моя жизнь. Он прорез и вставленный пальчик. Все, вечно. А шлицы разбиваете. Бачок тоже мелиорация. Так же самое было все выкинуто на болоте, подобрано и сделано. Бачок можно вполне использовать у вас, типа, что-то вроде такого, такой машины, но только немножко направление дать. Его можно установить в любом месте. Просто устанавливаешь любое место и даешь ему направление. И желательно гофры какие-нибудь, мягкие резиновые использовать. Не надо дорогие покупать, простые гофры, простые. Пускать там, подальше от цилиндров. Ну, во всяком случае, все используется дешевым вариантиком. И на электрооборудование, на проводке желательно вот такие вот все пускать. Тоже гофры. Они у меня везде лежат. Все запечатано от аккумулятора. И в любую сторону, куда бы ни пошло. Цилиндр этой сажалки СЗУ, как они такие, простой цилиндр. Ничего тут сложного не могу. Тормозный бачок, тормозная жидкость, трубочки все пошли направо-налево, используют там же газон узкие стоят тормозные колодки и тормозной и самый же цилиндр, тоже газон узкий, ГАЗ-53. Он находится все под низом, все тормозит, кстати. Фароискатель с мотоцикла «Восход 3М». Мой же мотоцикл бывший. Тоже удобно. Ну, мост взятый сейчас, это редкость большая, конечно, и головная боль. Это мост ГАЗ-51. Мосты эти чем хороши? Потому что они надежные. И я на пенсию пойду, и мне, и мои дети будут на им кататься все. Мост надежный. Слов нету. Ну, кардания все используются, опять же, с ГАЗ-53, 51, это уже не важно. 52-ки, 53-ки. Коробка, кстати, сейчас у меня стоит 53-го газона, но это нежелательно. У меня немножко повышено, обороты повышены. А вот когда коробка моя сейчас в ремонте, она дома, но она в ремонте. 51-го газона желательно использовать, и она создает тише ход. Это очень важно при
рабочий на своем участке. Анатолий, расскажите, пожалуйста, нашим подписчикам, как вам удалось поставить на учет трактор? Раз в 15 лет у нас в Беларуси проводится выставка, во всяком случае была в Молодечно, раз в 15 лет, а жаль, надо было пить чаще. Ну а всем участникам выставки автоматически выдаются документы. Но на выставке мы участвовали с ковшом, на первом у меня есть ковш, красивенький ковш. Ну только таким способом, наверное. Спасибо, Анатолий, за подробный обзор вашего трактора. Я думаю, что подписчикам нашим будет интересна данная информация. Ребята, если вам понравился наш обзор, ставьте лайки, пишите комментарии под видео и не забудьте подписаться на наш канал.